Так, а где гитару, куда включить? Знаешь, какую сцену? Период, вот предыдущий. Все. Там, он... суеты не надо. А когда вы выйдете, у вас будет какой-то проигрыш небольшой перед тем, как вы все вместе вступите? Вообще, по идее, нет. Все, нет, отлично. Сразу выходим. Вот давайте... выходим, сделали. Джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин. Я здесь настрою. А если парашют не успел раскрыть? Все! Кость, вам уже не важно. Когда ты прыгнул, уже не важно. Когда ты с тобой вышел, все. Не раскрыл парашют, ты чуть-чуть. Еще мучает. Не могу играть, все, не буду. Гитару вот так ушел, все. А на концерте уже нет. Все, на концерте можно гитару вот так. Вот ее у вас, да. В конце только, в конце. Все же не пускают как раз перед премьерой, и картина становится увечной. Эти беспрерывные притеснения изматывают тебя душевно, поскольку твоя всенародная популярность, как бы она ни была велика, не компенсирует в твоих глазах отсутствие официального признания. Я часто удивляюсь, почему тебя это так беспокоит? Но ты с горечью отвечаешь. Они делают все, чтобы я не существовал как личность. Красноярского музыкального театра Максим Шилов и красноярская рок-группа «Второе дыхание».
Спасибо! Сердце разыграли люди. Максим Шилов. И группа «Второе дыхание». Ученица Владимира Таня Бортика. Представители школы Юрия Лопазников. Это наши маленькие звездочки. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо большое за такой хороший номер. «Второе дыхание» Макс Шилов. Давайте еще раз поблагодарим наших артистов. Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем погоду, плевать на погоду. А если накрою, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше. И ужас режет души напополам. Рвутся аорты.